подмосковном Зеленограде все силы волонтеров и сотрудников правоохранительных органов брошены на поиски 11-летнего ребенка. Мальчик стоит на учете в психоневрологическом диспансере и плохо ориентируется в пространстве. Он ушел из дома еще накануне. Очевидцы утверждают, что видели похожего ребенка в компании неизвестного мужчины. Виталий Втулкин подключился к поискам. Вот комната Артемки. Одеяло и любимые игрушки ждут своего маленького хозяина. Мама рассказывает, сын на учете в психоневрологическом диспансере. И даже находясь в соседнем дворе, сам можете найти дорогу домой. Побег, кстати, у Артема Белякова не первый. Далеко не первый. Какой по счету, в семье уже и не помнят. Врачи говорят, виноваты так называемые эмоциональные всплески. На этот раз, по словам мамы, уйти он мог из-за полученной в школе тройки с минусом. В футболке он одет и сверху куртку накинул. Вот, куртка пуховая, конечно, то она не рассчитана на морозы сильные. То есть где-то минус 10-12 градусов. Вот, то есть без шарфа, без перчаток. Находили его в районе префектуры и дворца культуры. Также его интересует район Флейты. Он любит там гулять. Для волонтеров минувшая ночь стала бессонной. Места, где раньше находили малолетнего беглеца, на карте отмечены особо. Но их обход результатов не принес. На улицах расклеивают портреты Артема. Уже поступили несколько звонков, что похожего мальчика видели в разных районах города. Сигналы тут же проверили безуспешно. Ночью был произведен прочес лесополосы, находящейся между 9 и 12 микрорайоном, вот за нашей спиной практически. Также были проверены подъезды в наиболее вероятных частях города. Были опрошены и проинформированы все круглосуточные торговые центры, точки там, продажи каких-либо продуктов о том, что потерялся мальчик. Ищут волонтеры, ищет полиция. Патрули обходят жилой сектор. Особое внимание соседним к адресу проживания Артема домам. Все-таки ребенок одет не по сезону и мог зайти куда-то неподалеку погреться. Согласно последним поступившим данным, мальчика видели уже не в одиночестве. В ночь на субботу схожего по приметам мальчика видели вместе с мужчиной в 16-м микрорайоне города Зеленограда. Полицейские составили фоторобот мужчины. Фотороботы поступили во все отделения полиции. Кто этот человек, пока установить не удалось, равно как и не подтвердилось и то, что рядом с ним шел именно объявленный в розыск 11-летний Артем Беляков. С момента, когда ребенок ушел из дома и не вернулся, прошло уже больше суток. Виталий Втулкин, Тимофей Проймин, Илья Савельев, 5-й канал, Московская область.